друзья! Рада приветствовать вас всех на нашем семейном канале. Сегодня я вам покажу обалденный рецепт супер быстрой пиццы просто на сковороде. Для этого даже не нужна духовка. Ингредиенты самые-самые простые. Одно свежее яйцо, 130 мл кефира любой жирности, мука. Мука примерно 5 столовых ложек. Посмотрим по консистенции, сколько у меня уйдет. Ну, я думаю, что 5 будет достаточно. Щепотка соды, щепотка соли. Ну и для начинки. Начинка — это вообще отдельный разговор. Что у вас, ребята, есть в холодильнике, то и кладите. Колбаса, колбаса вареная, копченая, сосиски, сардельки, салями, курица отварная, мясо отварное, фарш можно добавить, вот что угодно. У меня эта колбаса вот такая копченая, один помидор, один огурец, сыр. В принципе, все, я больше ничего добавлять не буду. Если есть болгарский перец, пожалуйста, будет тоже очень обалденно. А также кетчуп, нету кетчупа, ребята, томатная паста. Просто вообще подойдет тоже отлично. Майонез тоже по желанию. Ну что, приступим к приготовлению. В удобную емкость, миску, мы разбиваем одно яйцо. Ты-дыщ. Сюда же к яйцу мы отправляем щепотку соли. Ну, я просто вот так вот на кончике ножа. Кефир выливаем. Щепотку соды, ну, примерно 1/3 чайной ложки. Я вот так вот прям на кончике ножа, вот таким вот образом. Теперь все это дело мы перемешаем. Можно вилкой, можно ложкой, можно венчиком, как вам удобно. Теперь добавляем муку. Давайте я ложками измерю, сколько точно у меня уйдет. Я вот так вот, ну, без особой горки, вот так вот, раз, два, три, четыре. Пока что 4, и посмотрю, какая густота у меня получится. Примерно тесто должно такое же получиться, как на обычные оладьи. Сильно густое не делайте. Так, 4 ложки, я спокойно добавляю 5-ю ложку. 5. Перемешиваем. Ну и смотрю, тесто у меня чуть-чуть жидковато. В принципе, 6-я ложечка сюда тоже пойдет. Без особой горки. Вот так вот. Все, достаточно. В общем, у меня ушло на 130 мл кефира 6 столовых ложек без горки муки. Смотрите, сюда же в тесто можно запросто добавить какую-нибудь вкусную приправу. Я у себя нашла вот такие вот итальянские травы. Почему бы нет? Я добавляю прямо в тесто. Вот так вот. И еще разочек перемешиваю. Теперь мы с вами подготовим начинку. Я нарезаю колбасу. Можно кружочками колбасу нарезать, можно соломкой, можно кубиком. Я вот таким вот образом просто средним кубиком нарежу. Затем огурец я просто нарезаю на кружочки. И помидор тоже кружочком. И натираю сыр на крупной терке. Все, наши ингредиенты готовы. Теперь отправляем тесто на сковороду, разогретую сковороду. Все будем жарить мы на среднем огне, чтобы нас ничего не пригорело. Наливаем немного растительного масла. Смазываем сковородку. Отправляем на нее тесто. Удобно это делать с помощью силиконовой лопатки. Распределяем равномерно по сковороде. Обжариваем в течение 2 минут. Спустя 2 минуты нам нужно корж перевернуть на другую сторону. Посмотрите, насколько у нас высокий такой получился. Можно это сделать с помощью 2 лопаток. Аккуратненько. Теперь сверху мы смазываем кетчупом. Я буду использовать 2 вида кетчупа. Обычный и вот такой вот у меня есть карри. Равномерно распределяем кетчуп. По желанию можно добавить немного майонеза. Теперь выкладываем колбасу. Распределяем равномерно. Сверху огурцы. И помидоры. И все это посыпаем сыром.
И накрываем крышкой еще на 2 минуты. Все, друзья, моя пицца готова. Вот так вот легко и просто, буквально за 10 минут можно приготовить вкусную пиццу. Кому понравился мой рецепт, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Всем приятного аппетита. Пока-пока. Love you.